Уважаемые партнеры, всем доброго времени суток. Сегодня покажу, как делать заказ. Для этого мы заходим на сайт компании. Так, номер участника, вводим номер своего кабинета. Так, вошли. Все. В своем личном кабинете на верхней панели мы видим меню «Вход», «Мой счет», «Покупки». Нас интересуют покупки. Есть здесь два варианта. Можно заказать классический лист, и тогда мы увидим его в виде прайс-листа. И можно сделать заказ через код продукта. Сейчас я вам покажу, как делать через код продукта. Нажимаю. Информационную форму мы пропускаем, ставим галочку вот здесь и нажимаем кнопку «Продолжить». Все, открылась новая форма, в которой мы будем заполнять, заводить коды. Вот в эти строчки. Заказ 2029, растворимый черный кофе, 224, две штуки. Здесь можно менять количество. 101 стиральный порошок для белого белья, 228 для чистки ванны и туалетов с весенним запахом, 105 чистящее средство общего назначения, 512 аппарат для жидкой пены. Так, это весь наш заказ. После этого, когда вас здесь все устраивает, мы нажимаем вот эту синюю кнопку, вот вы видите справа вверху, «Добавить в корзину». У нас страничка обновилась и появилась зеленая кнопка «Купить». Нажимаем «Купить». Теперь мы находимся в самой корзине. Здесь еще раз можно отредактировать количество, если нас что-то не устраивает. Вот посмотрели на баллы в корзине, 5,095, мало. Значит, мы теперь можем либо что-то здесь добавить, либо вернуться и продолжить заказ. Перед тем как, я сделаю сохранить корзину. Так, мы смотрим, что баллов у нас не так и не так, то есть больше чем 4, меньше чем 6, то есть мы добьем до 6. Как мы это сделаем? Один кофе добавим. После этого, когда вы сделали изменения, нажимаем кнопку «Актуализировать корзину». Все у нас поменялось, больше 6 баллов, это значит плюс один подарок. Здесь мы видим с вами личную скидку партнера, видим оплачиваемую сумму 6,5 баллов. После того, как вас все здесь устроит на этой страничке, нажимаем кнопку «Завершить заказ». И попадаем в подарки. Видим, что сейчас по акции у нас идет в данном случае 5 подарков. Выбираем. Так, 188 зубная паста. 233 гель для очищения рук. Ага, 287 золотая маска. Это по акции идет у нас. 114 антижир. И ставим пятый подарок. Жидкое мыло с экстрактом лавра. И после этого, когда у нас пропала возможность что-то либо добавлять, значит, мы все подарки выбрали. Нажимаем кнопку «Продолжить». В данном случае нам адрес уже не нужно заводить, он заведен, поэтому нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь, обратите внимание, у вас обязательно должна гореть кнопка «Перевод». Если она горит, страничку опускаем вниз, находим кнопку «Продолжить». Теперь мы попали в корзину. Вот здесь обычно я делаю скриншот, когда выставляю в чате. Мы все посмотрели, нас все устроило. Опускаемся вниз. Синяя кнопка внизу. Подтверждаю. Дожидаемся, что заказ сформирован. Это значит, что ему присвоен номер. Теперь нам нужно узнать, какой номер у заказа. Для этого заходим в верхнее меню «Покупки», всплывающее меню «Мои прошлые заказы» и выбираем.
мы видим заказы партнера, и тот, который последний, он отличается тем, что он не подтвержден. Это говорит о том, что здесь красненьким горит нет. Все подтвержденные заказы зеленым да. Номер заказа находим вот здесь. Для оплаты нам еще нужно записать сумму к оплате. Многие путают и берут вот эту сумму. Это неправильно. Это сумма общего заказа без скидки. Чтобы узнать сумму к оплате, для этого мы нажимаем зеленую кнопку «Детали заказа». Открывается сам заказ. Здесь мы можем посмотреть полностью, что в этом заказе. Подарки, где нет цен, это уже идут подарки. Зубная паста, растворитель масла, лосьон для рук, то, что заказано, золотая маска, жидкое мыло с экстрактом лавра. Вот сумма, вот я ее выделил. Это как раз есть та сумма, которую нам необходимо оплачивать в компанию через Сбербанк онлайн. Ее переписываем. Все, теперь мы можем из кабинета выйти. Здесь для оплаты заказа нам больше ничего не нужно. Нажимаем выход. И на сегодня все.